Так, сейчас будет. Всех приветствую, наверное, темно будет. Попробую их сюда подманить, показать вам маленько. Ну, они не столь важны нам. Видео про овец сниму, но овец, зимний рацион питания, в общем, видео будет. Вон, вон они идут. Вон такая. 4 месяца и 5, наверное. 2. Это искусственница. Искусственно выкормленная. Моя яркая. Вон мамка старая, хромая. Бык ее. Вчера я ее маленько. Люся. Пердуся. Вон это не ее ягнята. Это выкормыши эти. А она хромает и не отгоняет их. Да, вон слепень идет. Слепень у нас принес двух ягнят. Да, слепень? Слепень. Двух ягнят принес. Она такая вот. Красотуля она стоит. Да, Люся? Ты у нас красотуля мелкая. Угу. Значит, начнем с того, что, ну, естественно, зимой это вода, обязательно вода для овец. Вот такая вот. Вода всегда у нас стоит, но стараемся зимой воду наливать столько, чтобы отпоить, 3 раза в день поим. Потом сено у нас, естественно, это всегда лежит в кормушке. Вон там лежит дальше силос. Сейчас попробую показать. Вот. Силос, сенаж, это в рулонах. И вот лежит у нас комбикорм. Мамкам с ягнятами. Вот здесь у нас детский сад. Мы уже отделили, то есть их как бы делаем группы, мамка, то есть с ягнятами, и здесь несколько, 4 или 5 мамок с ягнятами. И вот так стараемся комбикорм давать по максимуму, чтобы он оставался даже в кормушках, потому что ягнята подрастают, и мамки, съедая, не оставляют корм маленьким ягнятам, и стараемся давать побольше, чтобы, ну, следим, то есть утром дали, если кормушка пустая, значит, добавляем чуть-чуть, чтобы ягнятам доставался корм этот. Что? Ну, вот это вот козий комбикорм я даю. Да, этот, Люся лезет в объектив, все. Соль, вода, сено у нас постоянно, постоянно. Сено, сенаж даем... 3 раза в день. Сено, сенаж, воду. Ну, соль всегда лежит. Значит, сказал, что мамкам вот в таких вот детских садах, когда несколько мамок, вон там лежит, плохо ее, наверное, видно. Катя, плохое освещение. Вот слепень стоит. Вот слепень, мамка вторая. Здесь еще Люся. Вот овца у меня тоже с... То есть вот овца старая у меня стоит с ягнятами. То есть их объединили как бы вместе. И вот такой детский сад мы сделали. Потому что когда приносит овца, она сидит где-то неделю, дней 10, а то и 2 недели, смотрим по ягнятам, отдельно сама. И потом мы их начинаем вот так вот в детские сады объединять по несколько. Этих, соль, хотел сказать, что вот этот лизунец, который коровам покупают и дают, его мы не даем, мы даем филунец, то есть содержание в соли, сена, селена, серы, железа, то есть комплексную вот такую соль, специально там для коз, для овец. И вот так, вот сейчас вскрыли сухой сенаж, то есть, можно сказать, сено, которое было замотана в пленку. Оно было замотано в пленку, и его раскрыли. А там у нас было сено, которого, ну, чуть-чуть не хватало одного дня, чтобы оно высохло, и мы его пленкой, дождь собирался, и мы его пленкой обмотали. Так, что еще хотел сказать, что основным, ну, естественно, у меня овцы, конечно, на откорме, то есть я их стараюсь откармливать. Сено у нас свое, сенаж свой,
Так что я не жалею. И вот сами видели, сейчас много выбрасывали. Основной рацион зерна смесь даю, но сейчас стали плохо есть, но я думаю, что это, скорее всего, что это зерносмесь такая, потому что там, скорее всего, семечко, наверное, горькое. Пока не стриг, значит, зерносмесь очень хорошо, ели там смесь зерновых, а основное даю ячмень. Ячмень даю постоянно, то есть всем, и комбикормом подкармливаю, это на зиму. Весной, сейчас покажу, начинаю давать жом. Ну, жом, вот это свекольный жом, распаренный. Сейчас в мешке покажу, вот он так выглядит. И я его даю. Даю, подкормка. То есть это вот именно весной, когда нехватка витаминов, и вот так вот подкармливаю. Можно давать хлеб, ну, опять же, как добавку, не делать его основным рационом. Можно давать, ну, я имею в виду хлеб, отходы, то есть остаются там, просроченные привозят, у нас бывает там развозят. Я сам покупал, ездил хлеб и давал как бы. Сладкие нежелательно, говорят, что у них появляется сахарный диабет. Потом, что я еще давал? Капустный лист, но опять же, его тоже процентов 10, не больше, наверное, от всего рациона кормления за сутки, допустим, капусту, там, капустный лист. Морковку и этот... Морковку и картошку можно давать, но единственное, картошку... обваривать, варить надо, ну, на большое стадо это нереально, но как корм тоже им пойдет, они как бы с удовольствием будут есть. И морковку, морковку будут есть с удовольствием, грызть, но опять же морковку надо мыть, на большое стадо это будет проблема. Почему говорю мыть, почему картошку варить? Потому что большая вероятность получение паразитов с данными как бы овощами. Яблоки с удовольствием едят, но это не относится как бы к зимнему рациону. Я в общем чертах говорю про кормовую базу. А так, чем качественнее, высококачественнее сено, тем как бы у них будет основной рацион от состоять из сена. Но опять же, качество сена должно быть высокое, чтобы овцы как бы, допустим, у нас августовская там 50 на 50, 50% выкидываем, 50% поедается. Сейчас скрыли вот сенажа сухой вот этот, но это не сенаж, это сено, обмотанное в пленку. Повторюсь, что получилось так, что просто одного дня нам не хватило и пошел дождь, и я решил, что чем это все загубить, лучше я потрачусь на пленку и замотаю хорошего качества сена в пленку. Ну, так и получилось. Так, вроде бы про рацион рассказал. Да, мамок я после окота не колю никакими витаминами, ни добавкой, ни селеном, ничем. А вот комплексно, то есть желательно всех прокалывать, конечно, проколоть селеном. Или комплексно, там, седымин, что-то такое. Глистогонить, естественно, перед выходом в поле и осенью. Осенью. Глазки. У нас, я показывал, есть видео про конъюнктивит. Это глазки. Да, много комментариев там. Соль, сахар в глаза, там, помыть, обмыть. Это все восточные комментарии, восточные этот. У вас на востоке там другая болезнь, мутнение глаза. Это не конъюнктивит у вас, это вот у вас паразиты. То есть из-за этого там солью какие-то народные средства у вас. У нас конъюнктивит, и он лечится простым антибиотиком, глазной простой мазью, и он все проходит. Так что вот так вот, небольшое видео про рацион. Я, вон такая у нас взрослая, она уже где-то ей около
года, она маленько боязливая. Был у меня подписчик, не знаю, будет он смотреть, он с семьей смотрит это видео. Но, в принципе, я через неделю буду готов, я посчитаю стадо, сколько я смогу ему предложить. Вот она ругается на меня. Сколько я ему предложу овечек. Да, овечки будут вот от такого до такого. То есть в районе там 10-15 я соберу. Голов я имею в виду. Ладно, смотрите, комментируйте. Снял вроде видео такое ни о чем про овец. Ну, кому интересно, пишите комментарии, лайки, дизлайки. Все, ставьте как, чего и почем.